Одесский стартап привлек $500 000 от британской международной инвестиционной компании Юби Тауэр. Нашумевший проект студентов политеха Мэвикс теперь будет бороться за свое место на мировом рынке. Переговоры с инвестором вели менее полугода и уже сегодня готовы показать результат. Мы летом, вот где-то в июле, познакомились с представителем на одной из конференций в Киеве. И вот до октября мы вели переговоры и привлекли первый раунд инвестиций. Мы сошлись много на синергии, то есть это тоже важно. Взаимодействуем не только там по финансам, но и по менторству, по помощи в плане там аналитики, бизнеса и так далее. Со своим устройством для контроля осанки молодая команда отправится на масштабную конференцию CES в Лас-Вегас в конце декабря. Там ребят ждут огромные возможности и шанс продемонстрировать все свои преимущества. Там будет первая такая глобальная презентация нашего продукта на мировой рынок. Это просто вау, потому что, ребята, мы студенты Украины, мне вообще 19, то есть я самый молодой участник этого проекта. Вот, и уже есть возможность попасть на мировой рынок. Да, я загорелся этим проектом, это очень круто, это очень здорово. Мы чуточку сделаем этот мир лучше, самую малость, но мы сделаем его лучше. На что Мэвикс потратит свои $500 000, как уже изменился девайс для продаж на Kickstarter и какое будущее пророчит одесскому стартапу, смотрите в субботу в итогах недели с Еленой Крылатовой.